Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня я приготовлю куриные стейки паргиет с грибами под сыром. Для приготовления этого рецепта понадобятся куриные стейки из окорочков. Как подготовить такие стейки из окорочков, я снимала в предыдущем видео. Под этим видео также оставлю ссылочку в описании, всегда сможете открыть, посмотреть и приготовить. Куриное мясо нужно замариновать. Я в глубокую миску отправляю чайную ложку соли, добавляю чайную ложку черного молотого перца. Сюда же добавляю чайную ложку сушеного измельченного чеснока, который можно заменить свежим, и чайную ложку сушеной паприки крупного помола. Также добавляю чайную ложку с горкой неострой горчицы, немного растительного масла. Все хорошо перемешиваю. Подготовленным маринадом промазываю каждый кусочек куриного мяса и оставляю промариноваться на 30 минут. Тем временем шампиньоны порежу пластинками. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом отправлю шампиньоны и обжарю в течение 10 минут до готовности. Посолю и поперчу по вкусу. Готовые обжаренные шампиньоны перекладываю на тарелку. Хорошо разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю промаринованные стейки. Обжариваю с каждой стороны по 4-5 минут до образования золотистой корочки. Готовое куриное мясо перекладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стекло лишнее масло. Затем готовые стейки перекладываю в форму для запекания. Сверху на каждый кусочек мяса выкладываю обжаренные грибы и посыпаю тертым сыром. Ставлю в заранее разогретую духовку буквально на 5 минут, чтобы расплавился сыр. Также можно поставить и в микроволновку на 1 минуту. Блюдо готово, можно подавать к столу. Куриный стейк паргиет с грибами под сыром получается очень вкусным и сочным. На гарнир можно подать отварной рис или картофель, или то, что вы любите. Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием себе и своим близким. Пока-пока, до новых рецептов!